25-летие независимости Республики Казахстан на самом деле знаменательная дата, и праздновать ее начинают задолго до 16 декабря. В детском юношеском центре Шымкента прошел ряд мероприятий, посвященных этому празднику. Бұл деген қазақ жастары бар айпатты, бастысы олар барлығынан қайратты, қиындық деген олар үшін түгемес. Чтением стихов решили поздравить нашу республику с праздником ученики 47-й гимназии. В одном из классов Дворца школьников собрались полтора десятка человек. Они читают самые проникновенные строки о своей любви к родному Казахстану. А вот в небольшом холле уместились художники. Группами и по отдельности они изображают нашу страну во всей ее красе. Ее природу, ее символы. Ребята из детской художественной школы решили нарисовать байтерек. Одну из главных достопримечательностей нашей страны. Сегодня мы с нашей группой решили изобразить байтерек. Только вместо верхнего кругляша у нас будет светить солнце. Мы поздравляем нашу страну и жителей Казахстана с таким замечательным праздником. И желаем всем процветания. В честь 25-летия независимого Казахстана, которое будет праздноваться 16 декабря, в актовом зале Дворца школьников решили вручить удостоверение личности 16-летним школьникам. Из 4 школ выбрали самых активных учеников. Символично их стало 16. Мне очень приятно, мне очень понравилось. Это прям гордость за себя. Поздравляю с 25-летием независимости. Хочу пожелать процветания, мирного неба над головой, чтобы все было хорошо и благополучно. Завершилось празднование концертом, танцами и песнями. Они будут звучать сегодня еще долго.